каждая задача по-своему уникальна. Но из такого что-то особенного запомнилось, это момент стрельбы в тот момент, когда уже стреляли по нам. То есть, когда мы выехали на позицию, по нам тоже начали отрабатывать из минометов. Но так как работа была начата, было принято решение дорабатывать. И мы доработали, поразили цель. Командируют к пехоте, и мы в определенный момент, когда необходима наша помощь, выходим на позицию, отрабатываем, и получается, пехота спокойно может идти дальше. После того, как огнеметчики отработали, живой, ни живой силы противника, ни даже, как я уже говорил, даже бактерий не остается.